стране стартует неделя матери. Торжественный прием 14 октября пройдет и в Могилевском облсполкоме. Планируется, что в мероприятии примут участие 30 женщин со всего региона, в том числе 11 многодетных матерей. Нотариусы в эту среду бесплатно проконсультируют многодетных мам. Акция пройдет по всей республике. В течение рабочего дня женщины, которые воспитывают троих и более детей, могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. Обратиться за правовой помощью можно по телефонам нотариальных контор и бюро, а также по видеосвязи. Бобруйчанин Александр Родионов стал чемпионом Беларуси по боксу. Соревнования прошли молодечно. Туда съехали сильнейшие боксеры со всей страны. Родионов одержал победу в трех поединках. Первое место взял в весовой категории до 69 килограммов. В Минске начнут подавать отопление с сегодняшнего дня. Отключение производится в несколько этапов. Первыми тепло получают медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы, детские сады, музеи, государственные архивы и библиотеки. Во вторник тепло начнет поступать в жилфонд столицы. Решение о начале отопительного сезона, напомним, принимают местные исполкомы. В Беларуси зафиксировано 36 случаев отравлений грибами. Для того, чтобы избежать последствий, необходимо соблюдать элементарные правила профилактики. Собирать только известные дары леса. При покупке грибов спрашивать у продавца соответствующие документы.